Итак, привет, друзья. Мой второй день в Благовещенске. Я на берегу реки Амур. Как видите, на той стороне Китай, а это российская территория. Это пограничная река, и здесь можно видеть там на фоне за баржей, вот прямо с баржей, там сторожевой корабль пограничный. И у нас есть еще вышки здесь, и здесь все вот как положено, все охраняется. Вот. На фоне меня видно. Установили российский, чтобы обозначить, чей берег. Наверное, его поставили недавно, когда я здесь жил, еще ничего этого не было. Вот, ну и набережную здесь сделали, привели в порядок, очень неплохо выглядит. В принципе, сделали вот для детей развлечения, детский городок. И вот там это сейчас тоже строят некоторые сооружения, планируется, вот если видите, на китайской стороне вот краны, они будут строить канатную дорогу, и у нас на российской стороне будет канатная дорога через границу с двумя большими гондолами, в которых людей будут перевозить. Вот такой вот у нас здесь городок. Давайте пройдемся по детскому городку, посмотрим. Вот здесь вот такой вот паровозик стоит. Вот такие здесь вот лазилки всякие, горки. Все сделано из натуральных материалов, вот дерево, железо. И канаты вот это вот соединяют. Все более-менее прилично выглядит. Я бы сказал, что в некоторых случаях у нас в Берлине нет такого. Вполне прикольная штука. Мне нравится. Вот. Для города с 200-тысячным населением это вполне. Все покрытие прорезиненное. В Германии обычно используют натуральные материалы, но мы вот... У нас есть серия роликов, где мы с Элизабет по детским площадкам Берлина ходим. Элизабет, поздоровайся с нашими зрителями. Привет. Элизабет, только аккуратнее. Расскажи, тебе здесь нравится? Да. Тебе здесь больше нравится, чем ты в Берлине лазишь по площадкам, да? Здесь интереснее? Андрюша, а тебе? Ну, сравнить, если с берлинскими площадками игровыми. Ну, если сравнивать, то это где-то в центре. Угу. И это где-то большая площадка. Угу. Обычно на таких площадях или рядом с такими площадями. В Берлине практически такие же площадки, но это побольше. Угу. Эта площадка лучше, чем Берлин, но я говорю только эта площадка, потому что другие, они из металла и еще что-то, если я занес за нос туда и испачкал руки жарче. Понятно, спасибо большое, Андрюш. Ты куда лезешь, ты упадешь? Да не бойся ты, она спокойно залезет. У нас Элизабет очень храбрая, да? Смелая и храбрая. Только не упади, пожалуйста. Если ты упадешь, себе голову свернешь. Так, падаешь, да? Нет? Не падаешь. Вот давай, держись. Андрей, последи за сестрой. Давайте мы с вами пройдем немножечко дальше, пока Андрей за Элизабет следит. Здесь вот из искусственного газона слоника слепили. Сделаны тоже качельки какие-то, вот для совсем маленьких детишек есть. А вот дальше есть песочная площадка, да, с песочком. Ну, в принципе, вполне приличное место для отдыха горожан с детьми. Что вы думаете об этом всем? Пишите в комментариях. Будет интересно сравнить.
А вот так у нас здесь ходят прогулочные кораблики. А вот, как я говорил, это пограничный корабль. Там дальше Китай. Итак, друзья, это была коротенькая экскурсия по набережной Амура в городе Благовещенске. Дальше мы сделаем следующую серию позже. Может, покажу вам улицы Благовещенска, посмотрим, как это здесь все устроено, как это все выглядит. К сожалению, Китай пока что закрыт для посещения, поэтому Китая не будет в этот раз. Ну, спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!